Сейчас у вас появилась самая мощная
Владимир Владимирович, 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 Владимир Владимир
Да.
Хритон, сейчас Хритон. Да, ждали всех, фестивали всех. Давай. Ждали всех, ждали всех континентов. ООН, ЮНЕСКО, ШОС, АДКБ. Я не могу.
Я не знаю, что это такое.
Владимир Владимирович, 2018-2020 года, тендент пути Медведя, Единая Россия, Народный фронт, для всех главный смысл и цель единения. Получить награды всех франков, Тенитовские премии мира, всех фестивалей, Гесвали, Единая Россия, Отечество, Слово, Ключи, за единственный верх славы России, выше наградный храм, имени святых князей Владимира Перкисия, Чудо Руси, Виталия Донского, Маслова, Дюкова, Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведя, Спасибо, Марик, программа.
Победа Путина! 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 Победа Путина!
Поддержали все участники, организаторы 41-го Московского международного кинофестиваля. Звезды отечественного зарубежного кинематографа. И мы есть Олимпийский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Кирилл Игоревич, Кирилл Релан, Елена Петрова, Ульяна Максимов, Иван Максимов, Дмитрий Петрович, Серафим Дмитриевич, Владимир Владимирович, Татьяна Тихонова, Владимир. Мы все очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока. 2018-2024-30 года. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире КНДР Владимир Владимирович Путин. Поздравляю вас, Московский международный фестиваль, самый лучший в мире. Гран-при Московского фестиваля Путина Медведева, героем армии МВД. Ждите вашу руку героическую подачу. Благодарим вас, спасибо. Сможешь подать, президент. Спасибо, благодарим вас. Наш Россия, наш президент. Вас красиво правый. Ура, ура, ура. Великая победа России. Наша Россия, наш президент. Это добро, строение, фармацевтики. Автопрограмм.
произведено 20% больше категории, чем в 17-м. Это значит, диалог с нашей страной и помощи сил.
качестве и надежности нашего оружия, они работают в отсутствии флаг державы, политических полезностей, садных работах, лежал, смотря на сколько существовало всех наших людям, делал магнит, ответил полиции, зарубежный союз, наша Россия. Далее Владимир Владимирович Путин на особый пост со всеми участниками, организаторами, Вадимом Разбоговым, Михалковым, Шутеменком, Николаем, Академией звездами отечественного мирового кинематографа, Новосельским Росим, кроме того, за Москва президентских сроков 2017-2024 года, все участники торжественной церемонии закрытия Московского международного фестиваля прошлого года приезжали в центре 41-го Московского дня фестиваля, и президент Росим, это очень сильно отличие 2017-2050 года. Наш
доходы выросли на 13%. Число триллионов снизилось втрое. Региональные государственные долги сократились почти на 5%. Мы приняли целый ряд решений по акцизам по нефтепродуктам, стимулировали рост людей и приняли решение в Америке известно. Ну и, конечно, оказывали поддержку для регионов с низким уровнем социально-экономического развития мы готовим дополнительные меры. Будем делать все, чтобы деньги, которые поступают в регион, начали работать как можно быстрее. Они должны строго по графику превращаться в новые местные сады, клиники, дороги, дороги, парки. Ну и, конечно, все, что тормозит работу, нужно убирать. Как можно раньше заключать соглашение с регионами по субсидиям, потому что у нас традиционно подписаны самые последние деньги. И, конечно, я думаю, получение предложения, что сроком реализации национального проекта сделать их более компактным до конца апреля. Еще одна тема по межбюджетным трансфертам, которые в законе о бюджете распределены на 3 года. Соглашение с регионами нужно заключать на такое же собрание, наконец-то к этому подошли, потому что очень долгое время правительство не велась дискуссия на эту тему, но сейчас эта дискуссия закрыта. Надо заключать соглашение на тот срок, на который предусмотрены соответствующие трансферты. И, конечно, обеспечить максимальное распределение таких предметов трансфертных регионов. Кроме того, в период заключения трансферных соглашений на уровне федерации региона и муниципалитета надо законодательно ограничить обеспечение 15 дней, а предельный срок заключения Конечно, перераспределение все равно будет, его тоже нужно проводить максимально оперативно. Принято решение о том, чтобы эти общие решения принимались не на уровне руководства правительства, не рассматривались на президиуме Совета, чтобы это делали сами главы, чтобы оперативно работать. Будем также развивать контрактную систему, мы предложили внести изменения. Спасибо, что законопроект был рассмотрен на заседании правительства 2 недели назад. И уже наши коллеги из государственных приняли его в первом чтении. Документ сокращает время проведения муниципальных государственных законов, делает проще выбор подрядчиками, выбор новых подрядчиков. Надеюсь, что работа будет совместно продолжить дальше. Особое внимание в рамках национальных проектов.
Вам приветствие, шофер Петрова, Пуля, Владимир Владимирович, 2017, 2013 года, ТД, Путин, Единая Россия, Народный фронт, объединили всех, Единую Россию, Калининград, Дальний Восток, мировой успех. Поэтому решили утвердили государственную программу развития Крыма и Севастополя. Уже в 2019 году будет построен и оснащен многопрофильной медицинской центрой. Победа в резерве Европы Путина Владимира Владимировича. 2017-2030 годах. Тендер пути медели, Единой России, народы 12 марта 2017 года. Празднуют все страны, города. Путин празднует все страны, города. Свободный город, Владивосток, 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 Владивосток,
но ремонтируется и строится и социальная сфера, школы, детские сады, что строится, ремонтируется 400, больницы, культуры, конечно, все эти нужды будут дальше. Правительство продолжит поддерживать перенос Дальнего Востока. С этого года программа действует. Арктика тоже имеет особое значение для нашей страны. Для изучения возможности Северного морского пути в марте этого года впервые за много лет начала работу научная экспедиция «Трансарктика» в 2019. Завершено строительство морского порта «Советка», запущен на полную мощность проект «МАЛ-СПГ». Кроме того, начато строительство северного широтного порта и модернизация железнодорожной сети регионов. За счет этого развивается структура завершать, потому что выступление довольно длинное, но я хотел, чтобы у вас была такая рельефная картинка того, чем мы вместе с вами занимались в прошлом году, и планируем сделать в этом. Хочу еще раз вспомнить Крым. Одним из самых ярких событий 2018 года стало открытие Крымского моста, национальный проект, о котором я очень подробно рассказал в своем выступлении. Это тоже мост. Они национальные проекты, мост связывают Россию сегодняшнюю с Россией будущей, с Россией, в которой мы будем жить уже через 5 лет. Уверен, что если мы будем качественно работать, спасибо за внимание и, конечно, я готов ответить на ваши вопросы.